это забавно, что сейчас, в 21 веке, где есть представление о большом взрыве, о теории эволюции Дарвина, человек продолжает верить в Бога, в нечто высшее. Религиозная догма «необходимо верить без доказательств» сейчас получает такое сопротивление, что, наверное, проще отказаться от религии, стать атеистом, верить во что-то материальное, во что-то реальное. Но в этом фильме я хочу рассказать о своей вере, хочу рассказать о своем Боге, рассказать от первого лица. Есть человек верующий, человек неверующий. Но в этом понимании существует много нюансов, много вопросов. Например, в Евангелии сказано, что человек должен прийти к Богу сам, должен сам понять, когда ему приобщиться к вере. Меня, например, крестили 8 месяцев. То есть когда я еще не понимал, что я человек, не понимал, что я могу, и у меня были там одни желания – это пить, есть и спать. А я уже приобщился к вере, я стал уже религиозным. И у нас в России так принято крестить детей в младенчестве. Не объясняя им, что такое религия, не объясняя, как совладать с этой религией, как понимать Бога и что с собой подразумевает Бог. Эта религиозная необразованность осталась у меня до сих пор. Ведь мне никто не рассказывал о других верах, не рассказывал о том, как люди живут в других странах и во что они верят. Мне с детства приписали определенные религиозные догмы, что я должен ходить в церковь, я должен уважать церковные праздники и тому подобное. Но вот эта недосказанность работает и в другую сторону. В семьях, где родители нерелигиозны. Дети к 18 годам, когда им кажется, что они уже понимают, как жить, что нужно делать, имеют огромное пустое место, огромный пробел, где нет места религии, нет места вере. Получается, эти две полярные позиции «я верю» и «я не верю» происходят лишь от нашего незнания, от нашего непонимания, как жить по-другому. Хорошо. Абсолютная вера. Значит, Бог есть. Но если Он есть, то где Он находится? Когда я был маленький, и мы с мамой ходили в церковь, мне было тогда лет, наверное, 6 или 7, она стояла то ли в очереди, то ли с кем-то разговаривала. Я в это время отбежал от нее и подошел к батюшке. И вопрос, который я ему тогда задал, остается интересным для меня и до сих пор. Я спросил его тогда, а где же Бог? Где Он находится в данный момент? Там, наверху, на небе, на облаке или здесь, где-то рядом? Подобный вопрос, заданный от маленького мальчика, поставил батюшку в тупик. И как мне сейчас помнится, он мне не ответил. Мое светское образование, детский сад, школа, сейчас университет заставляют объяснять меня все логикой.
В то же время, как мое религиозное образование говорит мне, не надо задавать лишних вопросов, не надо спрашивать ничего лишнего, ты должен воспринимать все таким, какое оно есть. Из-за этого у меня формируются две позиции, которые находятся вровень друг с другом. Вот эти позиции закладывают во мне сомнения, которое остается на всю жизнь. И тогда у меня возникает вопрос, кем должен вырасти тогда человек, который с детства во всем сомневается? Всю свою жизнь я носил на груди крестик, и около года назад я его потерял. Самое забавное, что я до сих пор не рассказал об этом родителям. Я взрослею, становлюсь настоящим мужчиной, принимаю какие-то серьезные решения и в какой-то мере становлюсь независимым от своей семьи. Как мне объясняли с детства, крестик – это символ моей непосредственной связи с Богом. Но если же вера – это нечто нематериальное, то почему на пути моей веры стоит какой-то физический предмет? И что же, после потери крестика потеряна моя связь с Богом? Я не могу ответить себе, почему об этом я до сих пор не рассказал родителям. Может, это страх того, что пропажа крестика на самом деле та грань, когда я начал терять веру. Грань, которая породила во мне сомнения. Если же я истинно верующий, то зачем мне все эти материальные ценности? Или же они составляют концепцию всей религии? Не знаю. Православная церковь выделяет 8 страстей, которые в католичестве называются грехами. Борьба со страстями – это одна из главных задач христианина. Истинный христианин должен главенствоваться лишь 8 добродетелями. Так, давайте представим человека, который не злится, который никому не завидует, самолюбие которого практически сведено к нулю. Получается, такой человек не испытывает сильных эмоций, должен попросту замкнуться в себе и отстраниться от внешнего мира. Неужели такой человек – это идеал православной веры? Я думаю, что вера – это некая особенность, как голубые глаза, как светлые волосы. Мы можем увидеть, что человек надел цветные линзы, перекрасился, но наличие веры так просто определить невозможно. То, что внутри, всегда остается неизменным. Ты просто веришь или не веришь? Несмотря ни на что.